Человека жалко, вот который вот там проезжал мимо. Калшерин, как Калшерин долбанул. Ну, по-моему, да. Да. Это тоже Калшерин, тут раздолби мобиль. Это же поворачивало. Знаю. И счастье мне не предписано. Один лишь долг. За него и буду держаться. Терзание, терзание, терзание. Взгляд Ингваря хотя остался цепким, но уже не по-хозяйски, а просто приметливо. Ингварь давно на них облизывался. Мечтал, когда заведется лишних полсотни гривен, купить у соседа быков для улучшения породы. Теперь с Верой за Борислава про это, конечно, нечего. Не валять дурака, а действовать. Вау, спасибо за совет. Осмелюсь предположить, что во время службы у этого военного было звание капитана. Капитан очевидность. Самая молодая женщина-миллиардер продала контрольный пакет акций своей компании и купила всем сотрудникам.
дерево. Что вообще, я не понял. Ну, дело, блин. Во, привет, сейчас его депоса поймают. Блин, как они меня напугали. Да? Видеозапись нужна?